это прессовывают, то еще, а там давление дадут на ТЭЦ. В редакцию «Вечернего Магадана» вновь обратились жители областного центра с жалобами на обслуживание их квартиры управляющей компанией. На этот раз адрес: площадь Горького, дом 3, корпус А. Проблемы с затоплением квартиры существуют все время, пока я здесь живу. Это 36 лет. И, ну, делаются они так. Вызовем сантехника. Вот, то приедут, то не приедут, то ждешь полночи, то ночь, ну, когда как. Затопляло очень часто. В результате, вот, меня не было. Я уже не следил за сколько затапливают. В результате они приезжали через мою квартиру, им было очень удобно чистить. Через квартиру 24 неудобно им было чистить. Но в последнее время они чистить им надоело. Они узнали, что у меня есть подвальное помещение, подпол. Жанна сказала, что есть подвальное помещение. Они какого-то черта вломились в мою квартиру, вторглись в мое жилье без спроса. И что сделали? Сделали проще. Разбили трубу канализационную, государственную. И я не знаю, что там они вытаскивали, не вытаскивали. Ну, проблема решена. Но почему через это? А сейчас меня заливает, затопляет, выскакивает у меня это все. Съемочная группа «Вечернего Магадана» посетила квартиру, обратившуюся в редакцию «Магаданца». Действительно, в подвальном помещении канализационная труба просто разбита. По словам хозяина квартиры, нечистоты со стояка подъезда выплескиваются в его подпол, из-за чего портятся хранящиеся там продукты, консервы, вещи. Запах стоит, соответственно, непередаваемый. Обслуживает данный многоквартирный дом управляющая компания «Уютный дом».